Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня буду проверять самые крутые лайфхаки из ТикТока. Если кто не знает, ребята, меня вы можете назвать Большой Бабе Джон, Сладкая Пеппа или просто Огромный Жижун. Ну что же, ребята, присаживайтесь поудобнее, потому что сегодня будет горячо. Чики-бамбаня, погнали! Хотите, ребята, АВМ Спорта 2? Я тоже хочу! Ну а если серьезно, ребята, хотел бы вам подарить замечательные перчаточки Living Flame. И чтобы их получить, мне надо прямо в эту секунду. Первое! Поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, написать любой хороший комментарий плюс твой ID. И третье, самое-самое главное, посмотри все видео от начала до конца без перемоток. И не мухлюй, я буду проверять. Ну что же, всем желаю удачи, погнали. Вы спросите, слышь, Бабе Джон, мы что-то будем делать? Ребята, мы будем прямо сейчас смотреть лайфхаки с ТикТока, самые крутые, и проверять их в реальном стендов 2. Полетели это делать? Лайфхак номер один называется ниндзя. Давайте его смотреть. Ниндзя-прыжок в апартаменты. Во время прыжка нужно стрелять. Бесшумно поднимайтесь и на неожиданности убивайте противника. Ну что, ребята, давайте проверять. Вначале давайте хотя бы просто без противника. Я проверю, выйдет ли у меня вот так вот запрыгнуть и, говорится, сразу сделать бесшумную ниндзю. То есть сделаем вот так раз, делаем вот так два, три. И опа, привет, Андрей! Нормально, а теперь давайте проверять все это на деле. Ну что же, вперед все это проверять. Мы опять же, ребят, идем в апарты. Максимально бесшумно подкрадываемся, потому что мы бесшумно ниндзя. Но тут приходит мой тиммейт. Ха. Делаю вот так. Здорово. Привет, братан! Хотел заплендить, я бесшумно ниндзя. Приветик. А ребята знали бы они, на кого они попали. Ой, ладно. Я обкакался. Ну что же, приступаем к лайфхаку номер два. Я думаю, мы готовы. Один. Мы ставим бомбу сюда. Бежим в дом. Понял. Интересненько что-то будет. И видим КТ с балкона. Убиваем его. Гениально. Вперед проверять. Ну что, ребята, вперед проверять. Но мне мешает тут один тип. Так, сюда плентим. Опа. Идеально. Так, все идеально. И теперь бежим в апарты в эту же позицию. И сейчас будем ставить хедшотики, если все выйдет. Становлюсь вот прямиком сюда. Все, ребят, теперь мы просто ждем. Мы на рыбалочке. 5 minutes later. Никто не пришел дефьюзить бомбочку. Это прикол какой-то. Я скажу честно, в открытом лобби это было очень сложно делать. Поэтому давайте сделаем это, ребята, в закрытом. Так, ну что. Я прямо тут, прям на краешке пленчу. Ой, ля, идеальненько, ну просто перфектию. Так, все. И прямо сейчас, пацаны, будем проверять, в это вообще возможно или нет. Ага, запрыгиваю в окошечко. Так. Идеально! Пишу ему дефьюз. Хе-хе-хе-хе. Опа! Попали! Опа! Попали! Ребята, это реально работает, я даже не ждал. Мы нашли реально настоящий рабочий лайфхак, поэтому, пацаны... Всем однозначно советую, используйте. Ну чё, ребята, погнали смотреть лайфхак номер 3, и он обратно же на карте Сэндстоун. Безопасное пикание бомбочки. Погнали смотреть. Пикание бомбы. Давайте. Смотрите вниз, идя смотрим на балкон. Ваш враг ничего не заметит, и вы с легкостью убьете его. Визи. А давайте-ка проверим, давайте-ка проверим. Ну что же, ребятки, погнали проверять обратно же этот лайфхак. У меня уже все готово, закрытый лобби готово, ремень готов, я готов, ребята. Давайте, чтобы было все прям один в один, я точно так же запленчу бомбочку, и мы будем просто-напросто ждать. Так, ты, вот тут становись, дорогой ты мой, становись вот тут, а. Проверяем этот лайфхак. Так, я иду. Проверим, работает он или нет, так. Я смотрю в пол. Это реально работает! Да ну! Давай повторим, это вдруг это случайность, давайте повторим. 5 minutes later. Смотрю в пол. И он меня не видит! Он меня реально не видит! Теперь делаю вот так и говорю, братуха, здорово. Братуха, колдите ухо, опа. А лайфхак-то работает. Ребятулечки, идемте дальше. Ну ща, почему будет интересно, потому что я, скажу честно, я такого прострела никогда в жизни не видел. Просто посмотрите. Все вы остались, одни, а тиммейт вышел. Можете вот контролировать. Просто залезайте наверх, на ящик, и можете простреливать мид. Я не знаю, это работает или нет, но я хочу это проверить. Поэтому, ребята, вперед, лазгу в лазгири! Ну что же, ребята, все максимально элементарно. Как же мы прямо сейчас будем чекать мид? Я становлюсь вот сюда, и я жду. Ой, ля, ребят, что-то плохо видно. Алло, ау! Ау! А типа гулять будет сегодня или нет? Так, пацаны, походу никого нема. Походу, ребята, это все обман, чтобы набрать лайки. 5 minutes later. Я вижу кого-то, я вижу! Я попал! Не может быть! Лайф
Мне засчитали даже саппорт. Ой-ой-ой. Аккуратненько. Сейчас все будет. Не переживайте, ребят. Все под контролем. Метро Люблино, работаем. Ага. Мне кажется, они не совсем понимают то, что я снимаю видос с лайфхаками. Пацаны, ну куда вы? Ну куда вы? Ну куда ты? Ну куда ты лезешь, дорогой ты мой? Ребята, лайфхак работает, официально подтверждено. Ну а прямо сейчас, ребята, будет просто полнейший разнос, потому что это будет лайфхак на стирание, на клейки. Ё-моё! Давайте внимательно все смотрим. Что же мы делаем вначале? Вначале мы выбираем наклейку, которую мы будем приклеивать. Дальше мы выбираем скин, который мы будем приклеивать. Например, в нашем случае это будет M60 Steam Beast. Дальше быстро щелкаем 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. То есть выбираем слоты, дальше 1, 2, 1, 2. Все, приклеили, все хорошо, все, все работает. После этого, ребята, нажимаем наклеечку, кнопочку стереть и... Наклейка в инвентаре? Что? Давайте проверим. Ну что же, ребятки, я уже, в принципе, все подготовил, все купил. Давайте все это проверять. Ну что же, нажимаем применить и ищем наш с вами M60 Steam Beast. Где он? А, вот он, вот он, вот он, вот он. Нажимаем выбрать. Теперь смотрите, теперь обратно. Делаем точно так же, как он. 1, 2, 3, 4. Дальше 4, 3, 2, 1. Дальше 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. И прямо сейчас мы приклеили. Да, все хорошо, у нас есть M60 Steam Beast с приклеенной рарочкой. Ну а теперь, прямо сейчас, давайте найдем же обратно же вот этот наш M60 Steam Beast. Теперь давайте сотрем и посмотрим, что же выйдет. Выбираю эту наклеечку и нажимаю стереть. Перехожу в инвентарь и... У нас один новый предмет. Что? Это работает, я стер наклейку! Я в шоках! А, это реально работает! Вы такой реакции от меня ожидали, да? Ребята, ничего не работает! Я Синпень, это все баншен на бортлайки! Но Кента пока вас не обманет. Никогда. Так, пацаны, а вот этот лайфхак очень интересный, потому что вы еще будете просто в шоках. Это просто мега гениальный план, как реально ловить скины за 0.3. Ну что, внимательно смотрим. Так, ну давай, 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 давай. Там, короче, очень плохое качество, давайте я лучше все расскажу сам, даже наглядно покажу, и я скажу даже более. Это реально рабочий способ, то есть, вот прям 100%. Для начала берем скин какой-то ходовой, например, в нашем случае это будет Аэроспорт. Покупаем его, раз, два, три, три штуки, даже четыре давайте купим. Теперь мы выставляем дешевле на пару копеек, чем самая последняя цена. Самая последняя цена это 22 голды. То есть мы выставляем 21. И теперь мы ставим запрос за 21.98, допустим, 3 штуки. И что в итоге получается? В итоге получается, что мы не можем купить никакие скины, потому что тут наш запрос. И мы покупаем скины. Ой, ля. А ну-ка, а чем мы купили? Блин, без наклеек! Мы все просерили! А! Давайте еще раз только, ребята, выберем другой скин, потому что АКР Спорт не совсем подходящий, потому что слишком много людей, которые пытаются на нем подняться. Давайте выберем самую дешевую аркану, это у нас будет 5 Zen Venom. Теперь мы покупаем раз, два, три штуки, правильно, правильно? Мы выставляем на продажу за 74. 74 раз. 5 minutes later. И теперь мы ставим тоже запрос на покупку и сразу 74 голды. Что же в итоге получается? В итоге получается, что наш запрос на покупку 74 голды и на продажу 74 голды. И сейчас мы посмотрим, что же мы споймали. В общем, ребята, лайфхак работает, но почему-то не со мной, потому что я люблю дешманские скины. Вы спросите. Ну а прямо сейчас, ребята, буду проверять следующий лайфхак. Я поставлю максимальный запрос на покупку 21.99, то есть моя цена будет самая-самая высокая. И я поставлю целых 50 штук. И мы посмотрим, какие скины я совлю. Потому что, согласно лайфхаку, примерно каждый 5-6 скин должен быть с крутыми, дорогими наклейками. Давайте, ребята, проверять. Ну что же, ловись, рыбка большая и маленькая. Фух, просто ждем, просто ждем. 5 минут later. Ну что же, я, в принципе, ребята, купил абсолютно все нужные скины. Теперь давайте посмотрим, за сколько же я их купил. Потому что, я скажу честно, вы в это не поверите. Мне сливали скины даже за 0.03. То есть тут, смотри, скин за 3 голды, а тут за 0.03. И примерно, ребята, каждый 10-й скин сливали реально по дешевке. Я просто не верю в это, как же мне повезло. Ну а теперь давайте проверим на наклейке, чтобы понять, этот лайфхак выгодный или нет. То есть помимо того, что каждый 10-й скин сливает, грубо говоря, злоу цену. По поводу наклеек, проверяем. О, у нас только, у нас только 2 наклейки. А что, а 3. Нет, подождите, ой-ой-ой, даже не 3, 3, 4, 5, 6, 7 наклеек, ничего себе, но из всех этих скинов самые крутые наклейки только на этом АКР Спорте и, конечно же, на этом АКР Спорте. Что мы с этим по поводу этого лайфхака?
В принципе, ребята, он выгодный. В принципе, да, учитывая, что мне 20 скина слились 0.3, там еще куча наклеек, и плюс мы еще можем же все это скрафтить. А давайте-ка мы все это скрафтим, а вдруг там выпадет еще что-то крутое, да? Ну, например, GMP-45 виджет. Сколько стоит, а ну-ка? Ага, понял, этот крафт был невыгодным. Дальше вы меня спросите, а можно ли заработать на крафтах? Да, ребята, и прямо сейчас смотрим следующий лайфхак. Каш-3, для этого крафта нам нужны 2 ункамонки с Ориджин коллекции. Принял, принял. И 18 ункамонок с Шарп. Ага. Делаем 2 крафта. Если вам повезет, вы скрафтите рарку с Ориджин коллект, и вы выйдете в плюс на 7 голды с учетом комиссии. Или на 10 голды, обалдеть, если скрафтите с первого раза. Погнали проверять! Для начала, ребята, нам надо купить 2 анкамоночки с Ориджин коллекции. Все, идеально купили. Теперь нам надо купить 8 анкамоночек с Шарп коллекции. Покупаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну. Теперь делаем крафт. И если, ребята, нам повезет, то мы будем реально в плюсе. Примерно весь этот крафт стоит 10 голды. Ну что же, вперед проверять. Так, выбираем все эти скины. Ахалай, махалай, Ориджин коллекция, выпадай. И мы обкакались. Ладно, попытка номер 2. Первый раз нам не повезло. Попытка номер 2, надеюсь, она будет немножко поуспешнее. Обратно же берем 8 анкамонок Шарп коллекции. И последние 2 анкамоночки — это Ориджин коллекция. Если нам еще попадает рарка с Ориджин коллекции, то мы в плюсе. Ну да, опять выпадает гриб. Окей, я не сдаюсь. Третий раз проверяем, третий. Честно говоря, жизнь меня к такому не готовила. Но ничего страшного, чики-бомбони, погнали. Так, все, выбрали. 2 скина с Ориджин коллекции и 8 Шарп. Давай, Ориджин, прошу. Да, Ориджин. И 17 голды, мы в плюсе на 7 голды. Это реально работает, это круто. Всем советую, реально окупной крафт. Впервые в жизни. Ну а прямо сейчас, ребята, я шагнул выше, потому что прямо сейчас вы видите самый окупной крафт в мире, потому что этот один крафт стоит 125 голды. Но если мне повезет, то я куплюсь больше, чем в 5 раз и заработаю чистым больше 500 голды. Что же мы делаем? Нажимаем крафтинг и, ребята, выбираем все самые дешевые рарки и статреки. Все. Так, выбираем, чтобы у нас было ровно 9 штук. И 10-й должен быть рарка именно с Ориджин коллекции. Если нам повезет, то... Ага, но нам не повезло. Если нам повезет, то мы скрафтим, ребята, эпик из Ориджин коллекции. Давайте попробуем еще раз. Я понимаю то, что вероятность очень низка, но тем не менее, ребята, надежда помирает последней, поэтому давайте. Все, выбираем 10-й скин с Ориджин коллекции и... Давай! Блин! Короче, я вам скажу так, 3 скина с Ориджин коллекции еще реально скрафтить, но один это практически невозможно, поэтому вот этот лайфхак я вам точно не советую. Ну а прямо сейчас, ребята, я вам покажу крафт ножей. Что же будет, если мы их скрафтим? Вот как вы думаете, предположить, а? Сейчас, короче, починим. Внимательно смотрим, внимательно присматриваемся, и что я могу вам сказать? Так! АВМ Скрэч, ничего себе, ребята, выгодный крафт окупной, ха-ха. Но на самом деле, ребята, что бы там ни говорили, скрафтить ножи никогда нельзя. По крайней мере, пока что, поэтому никогда никому не верьте, потому что вас пытаются обмануть. Ну что же, ребятки, в принципе, это все. Обязательно подпишитесь на мой YouTube канал. Прямо сейчас прожмите лайк и напишите любой хороший комментарий. И самое главное, ребята, видите вот эти чкулечки? Чтобы их получить совершенно бесплатно, перешли быстро и подписались на мой телеграм-канальчик. Ссылочка есть в описании. И на мой инстаграмчик, потому что там, ребята, очень много всего интересного с моей жизни. Ну что же, с вами был ваш Кентуха. Всех люблю, всем удачи, всем пока.